Паровоз. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка и Гу-Гу. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Ду-Ду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. В деревянном месте все играют вместе. Однажды поросенок Хрю и лошадка Гу-Гу играли в догонялки. Только догнать лошадку не так-то просто. Кажется, лошадка нашла что-то интересное. Кто быстрее ветра скачет по полянке? Догадаться так легко, лошадка и Гу-Гу, и Гу-Гу! Ух ты! Это же большая книжка про путешествие по железной дороге. А это паровоз. Он может ехать очень-очень быстро. Его было бы трудно догнать. В небо я смотрю, звезды я считаю, напеваю я песню на ходу. И своим друзьям я машу ушами. Друзьям очень понравился паровоз, и они решили поиграть в железную дорогу. А вот и кошечка. Похоже, кошечке тоже понравился паровоз. Мяу. Для игры в железную дорогу нужно так много, и рельсы, и шпалы. Где же все это взять? Ду-ду! А вот и собачка Гав-Гав. Ух ты! Слоненок Ду-Ду рисует шпалы для нашей дороги. Мяу. Мяу-мяу. А кошечка Мяу ему помогает. Рисует рельсы. Гав-гав! Строим понемногу железную дорогу. Мы строим понемногу железную дорогу. Нарисуем линии, 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 короткие и длинные. Вот и готова наша железная дорога. Можно играть. Кто будет паровозом? А где же наши вагончики? Ну что, можно отправляться в путь. Наш паровоз набирает ход. Наш паровоз набирает ход. Наш паровоз набирает ход.